для меня лично немножко нервозная игра. Здесь, конечно, сумасшедший зал, сумасшедшие болельщики, которые просто подталкивают свою команду вперед. Этот заряд, наверное, в какой-то степени тоже помог Кузбассу. Они молодцы, сегодня очень хорошо играли. Сложные моменты, достойно. Не дожали, где-то, ну, наш опыт на будущее, да. Кузбасс хорошо сегодня сыграл, выздоровели игроки, помогли. Хорошая игра, ничего другого не ожидали. Продолжение серии будет в Туле, так что готовимся дальше. Это часть игры, часть волейбола. Во-первых, всех поздравляю с победой. Это на самом деле была очень напряженная игра. Сердце до сих пор бьется. Каждый внес вклад в эту победу. Спасибо всем им. Спасибо моей команде. Вот, спасибо всем за поддержку. Да, увидимся в Туле. Наша команда показала бойцовский характер, и это уже не первый раз. То, что они на площадке играют до конца, несмотря ни на какой счет, несмотря ни на какую ситуацию. Поэтому это им огромное спасибо.